Здравствуйте, друзья! С вами Андрей. Всем хорошего дня, отличного настроения. Снова позвали меня вместе с моим другом Саламом. Ребята крепкие из Нуб, один из сильнейших кланов. Воевать с ними крайне интересно. И воевать против них также крайне интересно. Недавно был стрим с Андреем Имперского, и мы напоролись на Нуб и сыграли с ними 2-2. Два боя с победой мне удалось записать, ну а поражения наши и ошибки вы видели на стриме, друзья. Поэтому я этих полных два боя буду против Нуб озвучивать. Шикарные были бои, а сейчас у нас идет бой на Dead City против клана Эхо. Очень много японцев и корейцев в этом клане, очень много прокачанных спектров и сильных ангаров в этом клане, друзья. Так как у нас режим «Смертельная битва», я неспешно и спокойно выхожу на Вейланде. Стою в оппозицию и, соответственно, буду беспокоить противника огнем и стараться лечить свою команду. Режим у нас кемперский. Будем спокойненько играть, постреливая своими химерами, стараясь поражать противника за препятствием. На многих смертельных битвах я выхожу в начале сейчас либо Мендером, чтобы подлечить свою команду в оппозиционной войне, либо на Вейланде на химерах. Прекрасная сборка. Есть обзор на канале, смотрите, друзья. Очень аккуратно выходят на новых машинах Эхо, стараются оценивать ситуацию, что происходит. Понесли потери. У нас счет 4-1 и 7,5 минут до конца боя. Нубы очень спокойно, очень тактично, красиво играют. Если вы видели их игру, то я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Многие, большинство из вас, думаю, кто выходили против Нуб, скорее всего, сражение проиграли. Потому что у них отработана просто тактика сотнями, тысячами стычек клановых боев. Действуют грамотно, на расстоянии выстрела друг от друга, прикрывают друг друга при необходимости. Очень слаженная игра у команды Нуб, и есть, конечно, чему у них учиться. Я не просто так с ними играю, пытаясь понять их внутриигровую, внутриклановую тактику, чтобы были какие-то шансы, соответственно, со стороны импов Империала побеждать их в клановых боях, друзья. Серьезные ребятки Нуб, поэтому мы с ними как бы дружим и в то же время изучаем, как они ведут боевые действия. Нравится мне их слаженность. Сейчас Эхо зажимает с двух сторон нас. Посмотрите, как четко меня прикрыли Нубы. Атакует Инквизитор, пытаясь уйти за препятствие. И сразу стою в режим лечения. Очень оперативно реагируют ребята из Нуб. Сразу же, как только увидели, что я в оппозиции, сразу же прибегают и все вылечиваются. Не нужно ничего говорить, показывать жестами, как вот со многими кланами я воюю. Долго соображают. Эти ребята соображают стремительно. Прозевали атаку, слева зашел. Молодец, боец клана Эхо. И сжигает моего Вейланда. Но это меня не сильно расстраивает. Сейчас поработаем на моей одной из любимейших сборок сейчас. Интересной в игре. Она может просто красивую игру показать. Тем более, что команда противника уже понесла большие потери. Можно поскакать немного на спектре на вортексах. Иногда бывают очень красивые виражи, закладывают ракеты, и при прямом попадании может сразу же уничтожать вражеского спектра. Добивая спектры на шагтрейнах за препятствием. Самая лучшая траектория полета вортексов, друзья, напоминаю, с вертикальной точки прыжка. Добиваем Булгасари на шагтрейнах. Самое главное, не спешить на этой сборке, предугадывая атаки противника с разных векторов. Немного повредили еще одного вражеского спектра.
Близко мы все приблизились, противник зажимается. Видно, что Эхо напрямую опасается клана Нуб. И действительно, уже понесли огромные потери команда красных. Отхожу с прыжочком, но Инквизитор ожидал этого момента, среагировал и на молодец вовремя прыгнул. Использовал прыжочек со стелс-режимом и ушел от вортекса. Но я перезарядился и нанес ему прямое попадание, его тут же добили в два счета. Огромные повреждения наносит вортекс при прямом попадании. Даже посмотрите, частично ракеты по нему прошли, полжизни у спектра слетело как с куста просто. Вместе со спектром противника подпрыгиваем. Не успеваю навестись. В ближнем бою наведение, друзья, всегда играет плохую шутку. За это я не люблю скоржи именно в ближнем бою, друзья. Выхожу немного поработать на гидрах. Это как раз у меня ангар для смертельных битв, для небольших карт. В принципе, еще на средние карты подойдет, но лучше всего на малых. Dead City, Луна отлично проявляет этот ангар себя в Риме и очень хорошо ангар себя проявляет на Power Plant. Обзор гидр есть на канале, смотрите, друзья. Я, возможно, выпущу еще парочку серий. По большим просьбам подписчиков сделаю еще специально несколько серий по гидрам. Гидры сейчас это прекрасные просто сборки убийцы спектров. Тем более, что появились спектры на пульсарах с оружием, которое может парализовать на 5 секунд. И спектр на гидрах, да, в принципе, любая сборка на гидрах превосходно справляется с вражескими спектрами, которые находятся за препятствием, друзья. 2 минуты до конца боя, счет 26-10. Огромные потери несет команда красных, просто несопоставимые с нубами. Технично, спокойно отработали всю вражескую команду, не спеша. Вот так работают нубы, очень опасный противник, опасайтесь нубов, особенно фулами, даже отдельно взятых бойцов в соло, опасайтесь всех, у них у всех крутые ангары. У всех, абсолютно у всех бойцов этого клана. А то и не один, и не два, бывает у них и 3, и 4 прокачанных ангара в бою. Такой бой, друзья, нуб против эхо, я и салам. Спасибо вам большое за просмотр, друзья. С вами был Андрей, и до новых встреч.